Мария Берсенева. Российская актриса, которая прославилась благодаря главной роли в сериале «Маргоша». Сейчас знаменитость больше сосредоточена на театре, но продолжает радовать поклонников появлениями на экранах, стремясь каждый раз попробовать себя в новых и действительно ярких образах. Сразу же после выхода на экраны фильма «Маргоша» россияне сразу же заметили голубоглазую брюнетку Марию Берсеневу. Знаменитость покорила телезритель не только актерскими навыками, но и своей красотой. Не менее привлекательную внешность унаследовал сын звезды нашумевшего сериала. Первенца Никиту артистка родила в 21 год, сейчас парню 20 лет, и он вырос настоящим красавцем. Голубые глаза и густая черная шевелюра сразу же приглянулись пользователям сети. Никита красавец, какой красивый у вас сын, впрочем, как мама, оставили комментарии поклонники по данным фото.